ваши комментарии. Ваши комментарии. Новые кроссовки, солнышко светит. А все такая домовольная. Ну, кроссовки вообще крутые. Угу. Привет, девчонки, привет, мальчишки. Четверг сегодня, на улице необыкновенная жара. Для меня это как-то дико, что 3 дня назад шел снег с дождем, все ходили как бы так тепло одетые. Сейчас вышла на улицу, все ходят в футболках и в безрукавках. Я, как видите, курточку одела, но я уже 300 раз об этом пожалела. Настюшка уехала, ну, у меня какая-то копеечка есть, я сегодня прям скупилась, так знаете, вот прям гуляет душа. Зайду домой, сделаю вам такой небольшой обзорчик. Но вы знаете, какая-то атмосфера такая, ниже канун Пасхи, все люди идут друг другу, улыбаются навстречу, незнакомые с вами здороваются. На улице, смотрю, как-то люди обнимаются, у них все магазины усеяны такими, знаете, какой-то, ну, скажем так, как это объяснить? Цветы для клумб, они прям в горшочках продаются, они, кстати, их прям в горшках и сажают. Для меня это как-то странно, но в прошлом видео я вам показывала, что сажают прям в горшках эти все цветочки они. Этот ролик будет посвящен именно долине крокусов. Девчонки, мальчики, там нереально классно. Вот снег с одной стороны, с другой стороны прям крокусы, они прям пробиваются. Что всем вам я желаю приятного просмотра. Ну и, конечно же, я вам покажу, что скупила. Итак, вот я скупила за 14,77, то есть 15 евро, как бы много, понимаю. 2 молока взяла. Взяла вот 4 булочки, потому что 3 дня магазины не будут работать. 2 детских питания, винограда. 2 замазки такие я на булочки мажу. Фарша взяла куриного, потому что, ну, такой гораздо дороже, хочу пельмешей налепить. И вот, девочки, мальчики, цветочек я себе взяла. Понимаю, что 100 гривен на наши деньги, как бы можно без этого было обойтись. Но я очень люблю цветы, на подоконник поставлю. Знаете, по утрам встаешь, и сразу настроение будет. У меня есть цветочек здесь. Видите, у него какой лепесточек красивый. Желтый я как бы раньше вообще не любила. Сейчас, знаете, начала спокойно к желтым цветам относиться. Видно, вот я созрела до желтых цветов. Хотя розы, конечно, желтые терпеть не могу. Как вот не любила цветы именно розы желтые, так и не люблю. Цветочек у меня теперь на подоконнике. Такая красота. Настроение, конечно, очень классное. Смотрите, какие красивые горы. Мой водитель, мой экскурсовод. Едем, знаете, что смотреть? Называется долина Соколовская. Там, как же не называется, цветы забыла, называется. Я даже не знала. Просто такие красивые синие, сиреневые, да, цветы. На подснежники наши смахивают. Скоро мы приедем в долину крокусов. Смотрите, какая красота. Самолет. Дальнобойщики, видео в дороге. Да. Смотри наперед. Леса сколько нарубленного. Мы сколько едем, он лежит и лежит. А у нас возле дома. Лес вырубают очень такими темпами. Сейчас вам еще покажу интересную вещь. Мама, тебе не бывает интересной. Мы приехали, смотрите, вот долина крокусов. Ура, долина крокусов. Вот там много-много крокусов. Очень, ты посмотри, сними их. И птицы щебечут, это просто что-то вот очень необыкновенное. Моя красоточка. Мальчишки, хочу с вами поделиться. Настя меня наконец-то вывезла в эту долину крокусов. Называется долина Соколовская. Смотрите, здесь крокусы. Их очень много, прям вот реально много. Сзади горы. Они все в таком, знаете, вот много-много деревьев. А с другой стороны прям горы в снегу. И здесь тоже видно, видите, виден снег. Лани здесь. Знаете, такой позитив, позитив, наверное, на целый месяц нету, а позитива хватит. Я же улыбаюсь, а зуба нет. Смотрите, сколько крокусов, красота какая. Бревна. Вот еще крокусы. И здесь такой родничок, знаете, как родничок. Вот моя. Звездочка переходит по мостику на ту сторону, она очень хочет к снегу. Ей к снегу надо. Да, сказочно. Подошла я вам к снегу. И вот я не успеваю снять косулю. Их тут столько прям выносятся, они с такой скоростью.
Красиво очень. Такая энергетика. Да, да. Тут прям эмоции переполняют. И птиц слышно. Тишина, людей нет, животные, природа. Класс. И вот там снова была косуля. Да? Вот там вот, где бревна, видишь, наложены? Их много там. А там домик чей-то, видишь? Да. Гляди. Я вообще шла снег потрогать. Да, девушка такая в платьишке, понимаете, идет трогать снег. Много-много крокусов. А сейчас мы с вами пойдем на снег. В новых кроссовках. Ай, тут прям вода-вода. Прям вода-вода. Мама, много годиков. Блин, я не знала, реально, что трактор похож. Сейчас трактор поедет обратно. И то, что все. А как ты это делаешь? Как винтики ходят. Как мало нужно для счастья. Где пингвинчик? Ребяточки, мы вот немножко отъехали от долины крокусов, там, где именно указание, долина Соколовская. Сейчас я вам покажу все. Смотрите, вот здесь крокусов, конечно, меньше, но посмотрите, какие здесь горы. Просто вот нереальные горы, много домиков для отдыха. Но ощущение, знаете, какой-то просто вот драйва нереального. Очень классно, здесь вокруг много кафешек, можно будет выпить кофеечка, чаечка попить и просто наслаждаться. Кругом миллион сиреневых крокусов, но мы нашли один единственный белый. Это не мы, это Настя нашла, один единственный белый. Мы же команда. Ну да. Очень красиво. Второй там красивый. Так, она тут второй нашла, идем за вторым. Это был секрет от подписчиков. Вот второй красивый. А второй распустившийся уже. Ну, значит, на 2 миллиона 20 точек. Вот он какой красивый. Вот мы сейчас решили немножко припарковать машину, наверное. Потому что здесь есть вот такое классное заведение. Мы здесь посидим немножко. Wi-Fi, поищем, что еще есть рядом интересного. Чай. И брейкфаст. А? Какой чай? А может пицца? Вот чаёк. Вы только посмотрите, мы пришли выпить чаю, посмотреть на всю эту красоту. Сказали, что мы из Мариуполя. Мы спросили, и нас бесплатно угостили тортиком. Твои. Вот это так мило, да? Это прям... У меня, конечно, нет дома, но зато есть теперь тортик. Честно говоря, это немножко успокаивает.